Всем привет! Мы сегодня снимаем 24 часа на самокате. Электрическом. Да, мы сейчас арендуем самокат на целые сутки. Будем ездить по паркам, по городу, заезжать в кафешки, да? Да, еще мы будем кататься на электросамокате ночью. В общем, мы будем кататься до утра. Да. И это 24 часа. Ставим лайк, пишем комментарии. А мы поехали. Какой выбираем самокат? Вот этот. Все, мы арендуем самокат и поехали. Куда едем? Центр города. А в конце видео вы узнаете, сколько мы смогли проехать километров за 24 часа. Все, мы отправляемся в путь. Все, поехали. Мы едем. Все вместе. Да. Бам. А, кстати, точка. Даня сзади. Сзади папа. Ой. Потом мы поменяемся. Я буду сзади ехать. Даня будет снимать. Ой. На селфи-палочке. Вот так мы будем ехать сегодня. Потихоньку, но долго. У нас первая остановка в парке, и теперь у детей шанс покататься самостоятельно. Яна, покажешь, как ты умеешь ездить? Я уже три круга, кстати, сделал, и сейчас сделаем три круга, а потом поменяемся опять. Ну как, у тебя все получается? Конечно, все получается. Не страшно? Да. Ты ждешь своей очереди? Да, только... Какие ожидания у тебя? Что-то слишком долго. Слишком долго? Как, думаешь, этот самокат быстрее твоей машины? Нет, мне кажется. Нет? Блин, вот эта скорость точно больше, чем у машинки. Но когда мы подключим передний привод, вот твоя машина снова будет быстрее этого самоката. Правая очередь! Приехали. Да, класс. У нас добавилась еще одна камера. Теперь мы будем снимать от первого лица. Сейчас мы должны доехать до моста, потом проехать через мост. И следующий привал у нас будет примерно через 5 километров. В следующем парке. Хотел съехать. Съезд там. Ладно. Да куда въехали? Мы добрались до воды, и следующее препятствие – это мост. Сейчас мы с вами проедем через мост. Да. Каковы будут ваши ставки, проедем или нет? Да. Думаю, да. Но... Там высокий подъем будет. Ай, а самокат тяжело. Ой, ему тяжело, но он едет. Превышаем. Каску забыла. Ничего себе ты гонять. Мы тебя заждались тут. Сейчас ты едешь? Да. Сильно трясет. Вот здесь ты должен останавливаться.
Я сейчас еще чуть-чуть. Нравится? Да. Так, мы решили купить мороженое. Какое будем выбирать? Я не знаю. Не хочешь? Что-то знакомый запах. Оно? Оно. Давайте возьмем три разных стаканчика. Я белый, шоколадный. И у тебя какой? Шоколадный. Клубничный. Поехали. Пожалуй, можно маленько отдохнуть, да, Диан? Мне застыло. Застыло? Я раскачиваю. Невкусное мороженое? Нравится? Диана, тебе? Нормально, не сможешь. У тебя со снегом мороженое. У меня без снега. Дети, мы с вами добрались до Юсуповского сада. Смотрите, какой здесь водоем. А ты поехал кататься, да? Да. Хорошо, ждем тебя здесь. Диана, ты уже рыбку поймала? Да, нашла. Это маленький, дохленький карасик. Карасик. Давайте его в воду отпустим. Давай, ну чайки бы с удовольствием у тебя забрали сейчас. Тогда я к чайке кину. Нет, это не вон там. Вон чайки, пойдем, подкормим. Пойдем. Они точно такие на лету. И съели бы. Вот он, а мы рыбку поймали, смотри. Смотри, рыбку поймали. Сейчас будем чаек кормить. Будешь с нами? А, вы просто выловили, которая плавала на поверхности, да? Ну да, она мертвая. Я хочу, чтобы упасть им кинуть. Ну, пойдем попробуем. Поймала. Поймала? Серьезно? Да, гол, Диана. Диана не может накататься никогда? Да. А я хочу сам накататься. Яна, мы решили, что пора съездить в пиццу поужинать. Едем? Мне лучше понравится. А после пиццы, может, заедем на детскую площадку? Да. Яна, какую пиццу будем заказывать? Маргариту. Маргариту? Ты тоже маргариту? Да. Ну, самая лучшая пицца. Все, пойдем. Все, ждем пиццу. И отдыхаем от езды на самокате. А то мы весь день сегодня трясемся с вами, да? Все, мы выходим, наш ужин закончился. И мы продолжаем катание. Да. Ты собиралась покататься сейчас? Да. Вот прям побудь. Диана, пойдем к самокату. Оп! Ты выбрал самокат? Скажи А. Скажи Б. Да. Стартуем. Включился? Да. Все. Куда поехал? А ну стоять! Стоять! Иди, о, вон там горка, мы туда не ездили. Поехали на горку. Яна, кто вперед? Обгонишь самокат? Высокая горка. Он очень быстро заехал, легко. Вот на таком холме мы теперь. Дети, плюс посещения площадки вечером, что
Никого нету. Да. А еще мы с Даней сыграли в камень, нож, и бумага. И кто проиграет, тот в нижнем домике. Я проиграла, я в нижнем. Ага. Мне не повезло, я хотела бы наверху. Вот, у меня есть балкон. Ребята, у меня есть балкон. Что, у тебя балкончик свой? Балкончик. Вау. Да, у меня есть высокий. Вид только не на озеро, конечно, но... Вот и плюс, нет, кстати, домика нижнего. А у меня еще есть вот такая вот лесенка на горку и лазилка. А ты покажешь свой домик? И я еще не показала свой домик, можно? Мне нравится. Вот у меня есть вот такой вот домик. Здесь есть одна спаленка, там, где я буду спать, а вторая будет гостиная, там, где я буду сидеть. Вот. Сейчас я покажу свой домик. Он повыше и кажется намного круче. Вот тут моя спальня. Вот она. Вот я могу спать тут. А я с этой стороны. А это гостиная, наверное? Да, это гостиная. У тебя есть собственная горка еще? У меня тоже есть собственная горка. Тут моя горка. Угу. Тут мой первый спуск номер один. Запасной выход. Да. Тут мой балкончик вот так. А у тебя балкончик пожарный есть? Пожарный спуск. Обязательно. Угу. Экстренный, да? Да. Ну и тут спуск и подъем номер два. Отличный дом. Диана, ты еще что-то хотела показать? Да. А стена. Вам можно переползти по стеночке, да, не наступая, если это лава будет? И здесь есть стенка, по которой можно перелазить к своему другу. Или там гости. Ребята, уже ночь, а мы все еще на самокате. Эти, нам остался последний отрезок пути, мы должны доехать до дома. Диана, ты не уснешь? Уснешь, я тебя поймаю. Давай, газуем. Газу побольше. Вот полная наш самокат практически сел, поэтому мы едем со скоростью 5 км в час. 6? Да, где-то 6. А Диана идет пешком, потому что он совсем останавливается, когда нагрузка повышается. Но скоро будет за углом уже еще парковка с самокатом. Мы его обменяем и дальше, надеюсь, поедем быстрее. Я уже вижу парковку, вот она. Мы доехали. Прощай, севший медленный самокат. Нам повезло, что теплая ночь, тишина, никого нет. Ездить ночью одно удовольствие, нету пробок, нету людей, да? Ты сказки снимаешь. Мы на парковке, можно идти спать. Вы хотите спать? Да, я как расскажите, понравилось вам или нет? Да. Мне очень понравилось. Мы совсем забыли сказать, сколько километров мы проехали. Где-то 40-50. Да, ближе к 50. Пока-пока.